Всем доброе утро. Уже Светлана снегири одевает, говорила. Еще зимы нету, но Светлана все-таки решила. Ну то я ж постирала эти штуки. Если сейчас их не одену, они до конца запачкаются и все. Ну уже. Тогда надо уже и шторы снимать. Да и шторы снимем сейчас повесим другие. Давай, на улице дождь моросит. И на завтра передаю дождь. Хорошо, что я вилечка вывел. То давай я тогда поснимаю. Да, еще у нас там орехи надо, не забудь. А, я сейчас достану кошелку с ведра, пересыпаю, я ведро насыпал, надо их в кошелочку, чтобы лучше они сохли, правда? Говорю, сохли. Стояли лучше. Не будут они уже. Ну, они закрывать не будут. Надо будет еще купить. Я, кстати, занесла туда цветы с балкона. Они у меня на солнышке хорошо подсохли, корни. От лилии и от гладиолусов. Але сейчас от сырость на улице, смотрю, два уже отсырели. Я занесла до дома туда. Корни. Не, надо домой занести. Потому что они же пропадут опять. Конечно. Ну, пропадут. Скоро же зима, уже осень. Что-то, уже конец. Начало октября. О! Уже и шторы. Снегурчики наши, снегири. И на стульях. Все, Светланка. Шторы уже висят. Снегири ваши. Снегири. Это что такое? Чай? Кофе давай. Андрюш, давай ты, кофе. Ты шоколадку буду. Что, мам? Он прибежал, орехи нюхал. Раз носом. Я думал, сейчас возьмет. Не взял ореха. Сейчас Виля сидит в одиночестве. Пани не хотят, тепло намочь. А я еще хотел машину мыть. Но это добро, что не мыл. Что и не мыл. Ну, на какая вкусная шоколадка. То та, что нам подарили, так? Угу. Подарили. Шесть Мурчик не приходил с утра. Макароны тот тебе был съел вечером, а сегодня что он с утра не, бы машина не выезжал. Можно, машина не выезжала, обычно к ворота открывает, а он прибегал. Шоколадка классная, она с орешками. Чарльз тоже чує машину, як приїжджає, то він вже до дверей кричає, відкривають швидко. Підожди, ще не заїхали, а він вже рветься в двері. Подождемо, що чуть-чуть плова стине. Слышу, що про нього говорять. Да. А от Віля жде, як завжди. Кого? Вкусняшку, ні? Ні, он ждет вот такую штучку, как она называется. А ветер такой порывами, сильный ветер. Белая вот такая, что им хорошо для зубов. Давай я порежу. Порежем? Не успевай ветер. Ну, тут, там дальше у нашего соседа, у него верхнее окно, нету окна, закрыто клеенкой. То так клеенку разорвало, что страх. Разорвала клеенку. Давай я порежу все. Сейчас я тебе дам белое. Вот это есть, а то я белую не могу, я надо как-то. А вот что Вильчик ждал. Понятно. Для зубов, скажем. Вот это Виля ждет, очень любит. Давай я порежу. И Доля это такое любит тоже. Они все любят.
Ну, такой дождик поморосил чуть-чуть. Ну, еще моросит. А листьев... Это только начало. Я сегодня как раз убирал. И все равно листья нападали. А тут у нас грибочки были. Мама сегодня их граблями забрала. Говорил, не забирай. Она взяла их, посбивала. Что, Долечка? Скоро будет холодно, пацаны. Завтра можно поехать на щучку. Взять поплавочную удочку. Но главное, чтобы дождя не было. Можно было бы поехать, попробовать словить. Я смотрел, пацаны выставляли в телефоне орлык. Они были, мы туда ездили в грибы. То они были, как раз показывали, что они словили. На 3 килограмма щучка была. Сегодня туи все почистил. И они внутри чистенькие. Ничего желтого нету. Сегодня все-все туи почистил. Чарлик, что там унюхал? А? Жары же нету, а то ты прятался в тенек. Ну, Доля что-то бегает и рычит. Что случилось? Что там ты увидала? Что? Вот стрекоза мала. Стрекоза, Доля. А Светланка плова сварила. Мы сейчас попробуем пловчик. Так, видите, Андрей дурачится собаками, да? Что там у? Где он там, Андрюша? Где там у Андрюша? Шо, где мячик? Где Андрей мячик спрятал? Скорей. Виля, где еще мячик? Доля, где мячик? Скорее, бьем, ищем. Скорее, находим. Чарлик, где мячик? Скорее. Где мячик? Бьем. Тихо, не говори, они будут искать. А это кто, Вильчик? Не, Вильчик себе спокойно сел на попу и сидит, да, скажи? Это только Доля с Чарликом ищут мячик. Где мячик, Доленька, скорее. Бьем, Виля, помогаем, скорее. Скорее, ищем, где мячик, скорее. На улице дождь сильный, ветер у нас сегодня. Хотели немного выйти на вечер погулять. Но не получается никак. А я как раз немножко решила погладить вещи. Вилли, Чарли, где мячик, скорее, ищем мячик, скорее. Где Доля, где мячик, Доля, скорее, где мячик? Бьем, ловим, скорей. Будь здорова, Доля. Кстати, нам обещал Вильчик заехать на обратном пути с Чернигова, как будет ехать, и сказал, приедет в гости. Доля, сдурела. Доля сейчас найдет, Доля у нас это, следопыт. Сдурела ты, куда мне лезешь? Чучело. Чарли. Щекотно. Чарли, давай, ищи скорее. Где мячик? Бегом, Виля, где мячик? Доля, где мячик? Где мячик делся? Скорей. Отдай, скажи. Май, он увидел. Настырный, да? Настырный, нашелся. Вильчик. А смотри, как царапается, смотри, как у меня поцарапается. Это у кого такие когти? У Доли? Чарлика. У Чарлика такие когти. Да у Доли тоже такие когти. Ну, Доли уже давно не стригли. А ты знаешь, что, например, я тогда возили, я говорю, обстригай. Он говорит, здесь они у вас во дворе бегают, и есть асфальт, это... Они сами стачиваются. Да. Это же большинство в квартире сидят. Туда так-то.
Нам, кстати, в декабре у них прививки надо не забыть. Обязательно, да. Таблетки то подавали, а надо будет и прививки. Мурчик сегодня не приходил, да, что-то не видели. Не видно его. Наверное, придет позднее. На улице холодно, похолодало. Может, где-то спрятался. Но... Ну, вчера он сильно хорошо поел, я тебе скажу, сколько макарон. Макароны, как он макароны топчет, это вообще... Я никогда не видела, чтобы коты так макароны ели. Это ел, что ж там фарш был, что ж не есть. А потом я ему дала еще сырком. Ну, я хочу сказать, он очень сильно поправился. У нее такая... Далюнечка, посмотри, как наша на зиму поправилась, а да, Далюнька? Далюня у нас как кот Кубако, да, Доленька? Она сидит, да, как гора, как гора сидит. Она у нее такая, она после того, как стерилизовали ее, то она такая полненькая есть. А Чалик себе сам с собой играется. Кстати, хочу сказать в отношении собаки. Помните, когда я вам говорила, то, что собаку тогда отравили? Собаку простерилизовали, собаку спасли. И выпустили, она сейчас опять ходит в парке Глоба. Она сейчас с чипом бегает. Да, с чипом бегает, люди подкармливают, и вижу. Я тоже, когда иду, даю, но она, конечно, не все корм, она не ест. Она ест такой же, что обыкновенные собаки дома, там, свою такую пищу. Но я вот уже шла ей, на слово, покормила, дала ей там курочку кусочек, она скушала с удовольствием. Да. Хороший конец, счастливые ребята спасли, отвезли, молодцы. Так держать, да, ребята?